В областном филиале Национальном центре повышения квалификации УРЛИУ провели день открытых дверей. Пригласили студентов 3-4 курсов Высшего колледжа имени Магжана Жумабаева. 70 будущих учителей посетили мастер-класс. Специалисты поделились своим опытом, познакомили студентов с актуальными направлениями в педагогике. Это говорящие стены, Lesson Study и Web 2.0. Разделили их на 3 группы по актуальным направлениям, чтобы они могли с этими направлениями познакомиться и в будущем, уже раз они выбрали эту профессию, могли применять это в практике, могли применять это на уроках для того, чтобы улучшить качество знаний, улучшить свой профессиональный рост